Добрый день, уважаемые участники видеомоста Москва-Киев, уважаемые участники в наших студиях в Киеве и в Москве. Я рада приветствовать вас из Москвы, из Российского агентства международной информации, пресс-центра РИА Новости. Тема нашей сегодняшней встречи – это 100 дней президента Украины Виктора Януковича. Прошло с 4 июня, как раз исполнилось 100 дней с момента вступления в должность Виктора Федоровича. И, естественно, сегодня речь пойдет о том, что показали эти 100 дней. Мы хотим услышать прогнозы уважаемых экспертов, ну и, естественно, подведение итогов и обсуждение вообще перспектив тех дел, тех начинаний, которые были заложены в эти 100 дней, и как они повлияют на общее состояние российско-украинских отношений. Я думаю, что за 100 дней были заложены некие тренды, которые либо проявятся и будут реализованы, либо, как обычно, возникают какие-то проблемы, могут возникнуть проблемы с их реализацией. Но мне хотелось бы думать о первом сценарии, что эти тренды не только заложены, но будут развиваться и будут реализовываться. Как политолог, я хотел бы прежде всего акцентировать на следующих вещах. Первый тренд, который был заложен, и вчера был он, кстати, полновесно озвучен в обращении президента Януковича к народу, это неожиданное смещение акцентов в политике Украины и в экономике Украины в сторону некого такого утилитарного прагматизма в блок культуры. Второй блок, который произвел на меня впечатление, как на человека, который занимается внешней политикой, то, что внешняя политика, и точнее Украина во внешней политике, трактовалась нетрадиционно, как трактовалась у нас в последние годы, где Украина позиционировала себя как некий объект внешней политики, которые управляли то с Востока, то с Запада. Впервые мы увидели Украину субъектом внешней политики, который может, пусть не жестко, но четко и достаточно, ну я бы сказал, по-волевому разговаривать и с Востоком, и с Западом. И со стороны президента и его команды прозвучал некий набор месседжей, которые нам, людям, которые хотели бы иметь гордость, в том числе геополитическую гордость, вот эти вещи были приятны. Действительно, разговор, который сегодня у нас зашел о 100 днях президентства Виктора Януковича, наталкивает на мысль о том, что о каких-то достижениях, успехах или неудачах за первые 100 дней, наверное, говорить бессмысленно, потому что те проблемы, которые стояли перед Украиной, они не решаются в формате 3-4 месяцев, а для этого необходимо гораздо больше времени, поэтому оценку ставить новому господину президенту, тем более из Москвы, эта задача крайне неблагодарна, вполне естественно. Но вот последнее выступление чудесным образом совпало с теми размышлениями, которые, собственно, я предавался накануне нашего круглого стола. Ведь действительно, даже формат тех соглашений, которые были подписаны между Украиной и Россией, определяет вероятность того, что та элита, которая встроена в эти соглашения, предполагает оставаться в течение ближайших, по крайней мере, там, 7-10 лет и работать на выполнение этих достигнутых договоренностей. То есть Виктор Янукович столбит и его команда за собой поле временное, прежде всего, для того, чтобы реализовать и процессы или программные стратегии в сфере внешней политики, так и в политике внутренней. И действительно, ему удалось за 100 дней достичь консолидации властных групп. Правда, вопрос, какими методами и с помощью каких средств, но это уже как бы другая тема. И в этом я полностью согласен, что единственной моделью, которую он может использоваться для того, чтобы реализовать вот это изменение конструкции политической власти в Украине, это российская модель. И так или иначе, как мне кажется, в ближайшем будущем мы будем все больше и больше, нравится это кому-то или нет, видеть в украинской политической жизни все больше и больше элементов того, что мы наблюдаем в нашей стране. Я не говорю, хорошо это или плохо, правильно это или неправильно, но для того, чтобы вот эту модель реализовать, Янукович, как президент, который пришел всерьез и надолго, волей-неволей он будет пользоваться российским опытом. Другое дело, что я не думаю о возможности там белорусского пути для Украины, просто потому что, скорее всего, Янукович будет центральной фигурой
вот этой системы организации политической власти, которую он будет выстраивать, но это не будет предполагать тех издержек, которые мы видим на примере, там, допустим, соседней Белоруссии. Ну, еще раз подчеркну, не думаю, что это стоит оценивать в категории «хорошо» или «плохо», но, скорее всего, как мне кажется, это будет именно так. Поэтому я думаю, что тот тренд, который был определен Харьковскими соглашениями, в ближайшем будущем он сохранится. И это главный, ну, собственно говоря, позитивный момент, который здесь из Москвы в отношении Украины можно усмотреть. 5 успехов Януковича, я считаю. Первое – это стабилизация системы власти и то, что впервые все-таки есть согласованная работа президента, правительства и парламента. Второе – достижение энергетических договоренностей по газу, и о чем сейчас мало говорят, по атому, хотя я думаю, что это тоже достаточно важная вещь, и то, и другое соглашение однозначно полезны для Украины, что бы там ни говорили, ах-ах-ах, лучше бы была высокая цена на газ, тогда бы вот мы энергосбережением занялись, но, на мой взгляд, это очевидные разговоры в пользу бедных, да? Это точно так же, как «Ой, как хорошо было бы, если бы у нас дома не было бы крыши, мы бы все очень круто закалились и стали бы очень здоровые». Да? Следующее. Я думаю, что важный момент – это нормализация отношений с Россией без ущерба отношениям с Евросоюзом и Соединенными Штатами Америки. Четвертое – это принятие бюджета и временная финансовая стабилизация. И пятое – выстраивание управляемой вертикали власти в регионах.